Если ты зашел на это видео, чтобы увидеть богов Фазума, которые никогда не промахиваются, и научиться такой же скилловой игре, то ты немножко не туда зашел, но все равно спасибо. Вы фани. Всем привет, друзья, с вами Серега и Наташа. Столкнулись два самых слабых фазумера Warface. В общем, друзья, сегодня мы играем один на один и будем чисто друг друга пытаться убивать с фазумов, что я не особо умею играть в фазум, не, я... Нихера себе! Что? Слушай, а мне кажется, ты... Слушай, тебе по-любому нужно против Йоды идти на ангар сыграть. Слушай, я... мне кажется, я до сих пор немножко не понимаю... Ты не понимаешь, что такое фазум, ну ладно. На! Если я тебя в фазуме убила, я не понимаю. А-а-а, фазуме, ладно, хорошо. Слушай, мне кажется, если мы сейчас с тобой будем друг другу хилы прям жесткие фазумы делать, нам прям на опен... Ой, я не знаю... Что это за говно? Она меня в прыжке фазуме убивает. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но ладно, почему бы нет. Давайте посмотрим, я не как... Ой. Давайте посмотрим, я не как... Ой. Я не знаю, как я... Что это за херня происходит? Ты серьезно? Ты не играешь никогда снайпером и такие фазумы даешь? Ты серьезно? Сейчас я выйду, короче, разыграюсь и убью тебя. А-а-а! Нет, фазумся! О, да! Ну, все же, понимаешь. Блин. Ну, баф фазумов никогда тебе не перебить. Кстати, у нас по две палки и пинга. Очень, друзья, сегодня мы играем, конечно, only фазумы, то есть нет бедра, никак стрелять больше нельзя. Только будем стрелять, пытаться фазумами. Естественно, я без золотого икса, потому что, ну, золотой икс, он точно не для фазумов. Это я вам точно говорю. Опаньки, вот что для фазумов. Это фазум, где... А что ты думаешь, я на своем видео буду без фазумов? Золотой икс, он вообще, ребят, как бы изичный. То есть просто правое, левое и все, и сразу... Абсолютно идет! Я просто не могу понять, как ты это делаешь. Я просто боюсь, если я бы реально пошел играть против какого-то опытного фазумера. Хотя ладно. Может быть, Наташ на самом деле... Я еще не опытный? А, ну ладно. Наташ на самом деле там надрачивает, не знаю, фазумы. Пытается там как-то... Да? Ну хер тебя знает, куда я вообще стреляю? Ой, я не знаю, это был фазум... Я не знаю, что это было, это фазум или нет, но я до сих пор не могу... Знаете, это... что от бедра убил и все? Это не от бедра, это прицель. Я просто не понял, какой-то запоздалый фазум был, я же сам, я разговариваю, вообще не могу понять, что это... Что вообще происходит? Не знаю, я просто стреляю на бум и все. Так, куда попадет и все. Так и скажи, что просто от бедра стреляешь и все. Нет, не от бедра, можешь потом смотреть, я снимаю. Вот, поэтому я пошел играться с Магнусом. Первых два фрага и не снимал. Я хочу тебе прям такой... Хороший, сука, да как это... Я хочу тебе прям такой... Хороший, сука... Возможно, что вы только позорите. Я не знаю. Что это за херня? Ей точно надо на всякие опенка пойти, фрагмувики с фазумов делать. Я твой подняла, Магнус. Что это делает? Ой, Магнусский, все, сейчас вообще меня ни разу не убью. Да что это за говно? Господи, что это? Я даже выйти не успеваю. Да как это возможно? Я не знаю, ладно, хорошо, я как топ-снайпер буду мансовать. Давай, давай. Выходи, она видит, как прыгает, да? И в нее хер попадешь. Это с ней нужно. Ты тоже прыгаешь? С ней нужно, короче, сближаться. Да куда ты стреляешь? Знаете! Я куда стреляю? Смотрите, с ней нужно сближаться, а то она не знает, как-то распрыгивается, и ее реально хер убьешь. Я всегда хотел с кем-то поиграть на фазумах, вот чисто. Я понимаете, ладно, там золотое икс, да, с него как бы изи фазум. Серёж, я честно не знаю, как я тебя в прыжках убиваю. Мне... Ой, да ты просто в прицеле, я там потом видео пересмотрю, такая вот так. Хорошо. Вот выходит, такая в прицеле, о! Я не знаю! Такая в прицеле, о! Я не знаю, как! Что это за хуйня? Господи, почему у меня так жопа горит? Я уверен был, я тебя такой, надо было мне золотой икс брать все же. Что-то выбегает, сразу убивает, надо, короче, расслабиться, не знаю. Да что, куда ты все пули? В прицеле стоишь. Ага, в прицеле. Ничего не в прицеле. Надо просто. Что ты сейчас в прицеле? Нет, я просто. Меня. Я не в прицеле тебя убил, я не буду еще на видео тебя в прицеле буду убивать. Надо просто, мне кажется, полегче фазумы делать, то есть не прям такие жестко быстрые. Да блин, а то пуля хер пойми куда вообще улетает. Или. Во! Все, ты... пошло! Ща... Блин! Сейчас надо будет, не знаю. Слушай, а с пятикраткой вообще возможно фазумить или нет, как думаешь? Конечно. Блин, с пятикраткой. Ты. Ну, в смысле, я с... Нет, ты имеешь в виду, с какой ты пяти. Пятикратка, блин, у меня что-то фазум не открылся. Ты, в смысле, ты с каким ты прицелом, эй? Пятикраткой? Какой? Ну, ну который встроенный прицел, ну ты серьезно? Который встроенный девайс с такой красной точкой. Ты что, с четверкой, серьезно? Какие там нахер фазумы с четверкой? Это не пятикратный, там 4-5 крат, а с такой красной точкой. Ты серьезно? Ты же сказал пятикратник. Господи, ты серьезно? Ладно, хорошо, какой-то фазум. Какой-то фазум с четверкой, ты серьезно?
Да блин, да почему? Пятикратник у меня, алло! Да не пятикратник нужен, сука, он не пятикратник, он называется 4,5-крат. Я тебе сказал 4,5-кратный, 4,5-кратный. Почему мне иногда фазум не открывается? А разница есть какое-то? Конечно, есть. Как ты делаешь с этого фазума? Конечно, там не можно... Не знаю, может посмотреть. Я с фазумом стрелял чисто. Не, ну, я, конечно, все понимаю, но, по-моему, именно фазумить нужно с этим прицелом. Одевай этот прицел. Ой, все. Потому что я помню такой прицел, одел на видос один какой-то, играл с вот этим вот прицелом. Мне в комментах, фу, ты че, все фазумеры играют только с пятеркой. Че, все посложнее стало попадать, да? Да я... Да почему фазум не открывается? Ой. Как ты меня спиной убила? Че, сложнее, да, стало играть с пятеркой? Кстати, нет, а четверкой-то, почему? Дай, типа вот она... я дай хоть раз тебя с четверкой попробую убить. С него же вообще изи убивать. Он такой маленький. Да отстань от меня! Что это происходит? Почему? Я даже я видосы самых топовых всяких опенкуперов смотрел. Там не было такого, что вот так вот выбегают и друг друга вот так. Не, ну там, конечно, было, но сука, не такого! Она каждый раз меня так убивает! То есть там было так вот за раз, там, понимаете, топовые, которые там полгода с этой херней делают. А тут я выхожу и каждый раз у меня такая херня. Я на бум стреляю. Я так и понял, что ты на бум стреляешь. Вот, ну тут легче. Я не знаю, как мне получается. Не легче, я просто нуб, я вообще не умею играть. Я, может, просто топ-снайпер, как думаешь? Топ-снайпер? Ладно, хорошо. Ну ты четверкой всю жизнь играешь, сука, как ты можешь быть топ-снайпер? Так, у меня 4-5 стоял до этого. Нет, имею в виду, ты же вообще с четверкой постоянно играешь. Да твою мать, что это вообще происходит? Я вообще тебя не слышу, ты как-то двигаешься, что вообще происходит? Почему? Почему мир так жесток со мной? Почему я настолько не умею играть? Что за говно? Ну как на фазумах-то можно выигрывать? Хватит мансить, сучка! Да блин, куда эти пули летят? Да ты... Нате! Сережа! Нечаянно, отвечай, нечаянно взялся просто. Сережа! Да бля, буду нечаянно. Сережа! О, господи. Не нарушаешь, значит? Я посмотрю твой фазумер херов. Эй, слушай, я тебя вообще ни разу в прицеле не убил, чё ты? У меня просто пули вообще хер по никуда улетят, я привык с этим. Короче, как его, с золотым ты моих... Ты знаешь? Что? Я тебя не в прицеле я убил. Там я тебя не в прицеле убил, да отвечай, я тебе... Я там отвечаю, он нечаянно взялся, ты знаешь, у меня Макрос просто стоит, он как бы взялся сам. Я просто в ахуе, что это происходит? Вы объясните, вот вы, вот в комментариях напишите, вот вы видели видео всяких топовых фазумеров? Сука, что это за говно? Она лучше их убивает. Что это получается вообще такое? Или это я... Это не дело в том, что я настолько кощу, но... Да сука, вот я тоже, окей, давай, побегаем. Кто кого, блядь, перемансит? Охуенно, блядь, бегай друг друга. Я не мансую. Да, блядь, не мансуешь именно. Бегаешь, твой бабаскин, сука, боссаный еще... Ой, он не открылся, я не знаю, я тебе от бедра ссыл, у меня не открылся этот прицел, я не знаю, почему он не открылся. Ясно, просто, ясно. Просто, короче, кто круче, как побегает в стороны? Это так классно. Ты на бум стреляешь, может быть, тоже так поделать, я не знаю, только пули хер пойми куда, сука, летят, хватит лететь, хер пойми куда, твою мать! Ой, я не думал, что это настолько весело будет играть один на один. На фазумах, ой, а я тебя убью, господи, уже. Вот нет, нет, бедра, а он просто иногда не открывается, я не знаю, я нажимаю правую, левую, он что-то иногда не открывается. Да-да-да. Я тебе серьезно говорю, да твою мать. Ой-ой. Давай. Я так и знал, что... О, хедшот, просто отлично. Еще и в голову. Я не знаю, я у тебя по-любому буду реванш... Я по-любому у тебя буду... Я по-любому буду у тебя реванш брать, я не знаю... Что, я не знаю, как ты так убиваешь, что это за херня? Да я... Тебе так нравится в прыжках убивать, и значок этот еще такой желтый. Я тебе точно недооценил, что это за говно вообще получается, господи, как это возможно? Я никогда не хотел. А, кто там? Сережа, а пошел? Ой. Слышь ты! Чё? Ты на центре? Чё за фигня? В смысле? А тут нельзя, ты чё, да? Ты ну, ты можешь. Ты можешь меня убить, так и быть. И вот, подойди, убей меня. Чё он не. У меня палец вообще не привык, он как-то. Как-то не получается постоянно так делать. О! Вот это фазумчик! Сережа! Что я сделал, я не понимаю. Два раза нарушил, и чё, и такой раза. Спокойный? Знаешь? Да там нечаянно вышло, чё ты начинаешь? Ну пожалуйста, ну попади. Ну попади, пожалуйста. Ну куда летят пули? Да чё ты сближаешься? Да блин! Ты меня от бедра слил или что это за говно? В смысле сближаюсь? Потому... Да что за говно? Потому что это я только выхожу, ты сразу меня убиваешь. Как это возможно? Смотри, сейчас опять убью. Да
Куда страшно, когда я так прыгаю. Да ты хер пойми, как я. Как в него можно попасть, когда вот этот бабаскин туда-сюда вот так вот прыгает. Господи. Что это за. Ты видел просто, как твой бабаскин, хер пойми, куда вообще прыгает? И что это вообще получается? О, отсоси просто, почти. Ты говнюк. Вообще, я тебя даже выиграю, Ой, все, у меня красивые фазумчики зато были. А ты два раза в крысу меня слил, с ножа там. Какой, да я тебе отвечаю. Да блин, че он не выходит из прицела? Господи, как мне страшно, вы просто посмотрите, как ее скин двигается. Да че ты обижаешься? Как ее скин двигается, это просто жесть. Блин, почти. Че это за херня была, я не понял, что это такое было. Почему они насчитали враг? А что это такое было? Почему счет закончился, только потом ты меня убила? Ну все, ты тоже нарушила, короче, знаешь. В смысле нарушила? А это не входило в счет, не засчиталось. Короче, ребят, играть на фазумах это просто жесть. Я не знаю, честно, это что это туда? Что это вообще было, твою мать? У меня больше жопа самого горела. Че ты сближаешься? Потому что она дали, я не понимаю, ты лево, вправо, вправо. И что это вообще такое происходит? И ты просто убиваешь. В общем, друзья, обязательно ставьте много лайков. Если будет много лайков, мы будем снимать для вас еще хотя бы раз в неделю, два раза в неделю. Там, короче, один на один будем вам какой-нибудь прикольный, бомбезный снимать. Вам по-любому зайдет, понравятся наши эмоции. Так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Все ссылки есть в описании. С вами был Серега и Наташа. Удачи, друзья. Всем пока. Пока.